Сегодня в Метрополисе День защиты детей. И сюда пришла телеведущая Алена Алимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем еще вы занимаетесь? Какой деятельностью? Ну, помимо того, что я являюсь телеведущей, я еще продюсер, еще режиссер-постановщик модных показов. Совсем недавно открываю школу моделей для маленьких деток от 4 до 16 лет. Так что красотки, я вас жду. Скажите, а вы сама мама? Да, у меня прекрасная дочка, 8 лет. Здесь бегает полицейским, работает. Ей здесь нравится? Да, замечательный праздник. Большое спасибо Юленьке за то, что нас пригласила сюда. Сегодня День защиты детей. Хочется для детей делать праздник. И не только в этот день, да, но и каждый день радовать своих деток и других детей. Поэтому мы сегодня с большим удовольствием здесь находимся. А ваша дочь тоже каким-то образом принадлежит к модельной сфере? Конечно, она у меня маленькая звезда, она поет с артистами, выступает на сцене, ходит по подиуму с 4 лет. Так что потихоньку приучаем ее к шоу-бизнесу. Но ей это нравится. Да. Расскажите, с чего начинается ваше утро? Мое утро начинается с завтрака, потом еду на фитнес, потому что без спорта никуда. А после фитнеса уже занимаюсь своими трудовыми днями. Отлично. Вы еще приведете сюда свою дочь, в этот детский городок? Конечно, ребенка не оторвать. Мы уже здесь находимся 2 часа. За это время она уже кем здесь только не побывала, но больше всего ее привлекло почему-то работа в полиции. Ну, видимо, растет настоящая женщина, которая ничего не боится. Алена, спасибо большое за интервью. Мы вам желаем успехов в достижении своей цели. И вам большое спасибо. И я надеюсь, что мы вас тоже скоро увидим на больших телеэкранах. Спасибо большое.